В составе анапского таможенного поста всего 14 человек, но все они – настоящие профессионалы своего дела, в структуре не менее 15 лет. Работу анапских таможенников высоко оценивает руководство головного управления. Благодаря вашему вкладу, который на протяжении долгого периода времени вы все грузы оформили с достоинством, с честью, в сжатые сроки, качественно. И за этот период нареканий по вашему оформлению, я скажу, что не было. Владимир Горогуля стоял у истоков анапского таможенного поста. В далеком 1970 году, вступив в таможенные ряды, он более 30 лет вел работу по изъятию контрабандных грузов, проверяя иностранных моряков заграничного плавания. Тогда в аэропорту стационарного поста и вовсе не было, а работа была. Был тогда, когда мы обслуживали здесь. Еще ни постов не было, ничего не было. Когда здесь садились самолеты из Чехословакии, с Венгрии, с Германии. Обслуживали мы здесь, наши инспектора приезжали сюда, оставались на ночь иногда, то есть переходной какой-то пост был уже начало этому было. Анапский таможенный пост обслуживает несколько административных районов и более 40 населенных пунктов, в том числе город-курорт Анапа. Сюда же на досмотр из Новороссийска прибывают грузы, доставленные морем из других стран. Только за прошлый год анапские таможенники оформили около 150 деклараций на товары общей стоимостью более 11 миллионов долларов. Нередко таможенники сталкиваются и с контрабандой. Этот автомобиль был в розыске по линии Интерпола. Наши таможенники изъяли его у жителя Краснодарского края, который ездил по поддельным документам. Но, как говорят сами таможенники, чаще всего контрабанда связана со строительными и отделочными материалами. Все эти товары, которые находятся здесь, все они были задержаны за нарушение таможенных правил. Вот. На некоторые партии товаров решением суда была наложена санкция передачи в доход государства. То есть виновные лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов за нарушение таможенного законодательства в части недекларирования товаров колеблется от 1/2 до 2-кратной стоимости ввезенного товара. С вводом в эксплуатацию нового авиационного терминала ожидается увеличение и количество зарубежных авиарейсов. Это значит, что работа у анапских таможенников прибавится. Уже в середине апреля прибудет первый пассажирский самолет из Греции. А пока таможенники принимают заслуженные поздравления. Ведь всю историю своего существования они стоят на страже безопасности страны. И анапский пост занимает достойное место в системе таможенных органов Юга России.